Сельское поселение Ершовское по многим параметрам превосходит все остальные поселения Одинцовского района. Во-первых, это самое обширное по территории сельское поселение, причем не только Одинцовского района, но и области. Во-вторых, то ли местный воздух так благотворно действует на жителей, то ли глава поселения оказался трудоголиком, но все проекты здесь принято доводить до финальной точки, что дает надежду на реализацию программы социально-экономического развития территории. Программа была озвучена в ходе народного собрания, которое началось с вручения кристалла инноваций, символа модернизации Одинцовского района. Глава сельского поселения Чистцовское Петр Новиков передал эстафету инновационного развития главе сельского поселения Ершовское Виктору Бабурину. Мне представилась честь передавать кристалл именно вашему поселению в лице вашего главы, потому что я считаю ваше поселение передовым, и мы все стремимся к нему. На территории поселения Ершовское действительно уже удалось реализовать многое. В первую очередь в социальной политике. Жители поселения чувствуют себя стабильно. Этого добились благодаря грамотной политике в расходовании средств местного бюджета. Единственная сфера, которая провисает на фоне всех остальных, это известная общероссийская проблема, решение которой до сих пор не найдено – система ЖКХ. Администрация поселения не всегда имеет полномочия для руководства коммунальным хозяйством, признается глава поселения Виктор Бабурин. Зачастую приходится искать компромиссные решения, которые приводят к определенным экономическим проблемам. Тем не менее, бюджет поселения находится в стабильном профиците, что позволяет территории развиваться и принимать участие в проектах по внедрению инновационных технологий, в том числе в сфере ЖКХ. Систему ЖКХ надо вводить. Новейшие разработки, во-первых, учет тепловой электрической энергии, во-вторых, сохранение этой тепловой энергии. Помимо этого, глава озвучил планы по установке системы видеонаблюдения для поддержания порядка. В ближайшие 3 года в наших поселках, в крупных поселках, будет установлена камера видеонаблюдения с записью всего происходящего в течение недели. В планах поселения – модернизация котельной, возведение очистительных сооружений для воды, создание электронной администрации, поддержка спортивного сектора. Но главная задача, по мнению Виктора Бабурина, – это социальная политика и, в первую очередь, поддержка ветеранов и создание для них комфортных условий для жизни, в том числе используя инновационные технологии, о которых в последнее время так часто говорят. Георгий Алышев, Дмитрий Цибулевский, телекомпания «Одинцово».